Здрасте. Здрасте. Проходи. Можно? Нужно. Поздравляю вас с именинницей. Спасибо. Ирочка, иди принимай первое поздравление. Я еще и первый. Привет. Привет. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья и всего-всего, чего ты сама себе пожелаешь. Спасибо, Дима. Да не за что. Давай, в школе увидимся. Пожалуйста. Ты придешь сегодня? Да, ко второму уроку. А потом что? Потом ничего. Я не праздную, Дим. Давай, пока. С днем рождения еще раз. Угу, спасибо. Поставь куда-нибудь. Это же красивые цветы. Димка вообще молодец. Я надеюсь, ты его пригласила? Не, он не сможет. У него какие-то там дела. Куда поставим? Куда хочешь, ставь. На праздничный стол можно? Он куда хочешь, мам. Ну, да. Алексей Николаевич собирается сторожа уволить. Говорят, кто-то вчера утро приходил. Доброе утро. И они пили опять всю ночь. Да уборщица что, видела, опять? Да? А кто приходил, мужчина или женщина? Ну, какая разница, кто приходил? Нельзя на дежурстве пить. Что, потерпеть нельзя было, что ли? Не, ну, когда я был студентом, я тоже подрабатывал сторожем. Сторожем? Да. Или студентом? Надо же. Ко мне приходили однокурсницы помогать мне. А потом я их пугал призраком мертвого директора. Ну да. Вы тогда, наверное, еще не знали, что со студентками можно чем-то другим заниматься. Это намек или предложение? Констатация. Наталья Николаевна, Елена Григорьевна, пойдемте чай пить с домашним печеньем. Мы с мамой вчера напекли. Пойдемте. Нет, спасибо. Ой, а можно мне? Наталья Николаевна, у меня к вам просьба. Мне нужно на техосмотр. Давайте с вами поменяемся на четверг, а я на следующей неделе в любое для вас удобное время. Хорошо? Да, конечно, хорошо. Вы видели? У нее что-то с лицом. Я ее такой никогда не видел. Я тоже заметила. Может, заболела? У нее прямо тут вот прямо синяки под штукатуркой. Да. Может, муж вписался? Вы думаете? Я даже знаю, за что. Да, бедняжка. Эй! Здрасте, Арсений Иванович. Здрасте, я тебя ждал вчера, а ты не пришла. Мы же договорились. Ты же пообещала, что будешь ходить. Ну да, пообещала. Ты думаешь, у меня дел других нет? Здравствуйте. Я не знаю. У меня есть другие дела. Могла бы прийти и сказать. Ну, странно как. Что странно? Что он вдруг такой хороший? Из человеческих побуждений. Так не бывает. Ты меня подозреваешь в чем-то? Или боишься? Блин, бред какой-то. У нас с тобой сложные отношения, да. Но левых мыслей у меня никогда не было. Тебе поклясться? Поклянитесь. А не, я тебе клянусь, мы будем заниматься только химией. Здравствуйте. Здравствуйте. Ладно. Так что, я тебя жду после уроков. Хорошо. Здравствуйте. Я напоминаю, что сегодня вечером я жду вас
Ну, не вечером, конечно, после уроков, но сейчас зима. Жду вас на репетицию в актовый зал. У нас осталось 2 дня всего. Оля. Наталья Николаевна, а у вас сегодня какой-то мятеж продвинутый особенно. Володь, ты такой внимательный, мне очень приятно. Не все же тебе быть одному модному, бисексуалу. Асексуалу, Наталья Николаевна. Добрый день. Здравствуйте. Еще раз. Ну уже все, не опаздывайте, еще раз напоминаю, 2 дня. Мы придем, Наталья Николаевна. Ребят, садитесь. Носова, опять опаздываешь. Все. Спасибо. Ну что, начнем с должников. Носова. 100 рублей. На прошлом уроке тебя не было, а мы между тем проходили удивительную тему. Влияние промышленного комплекса нашей области на экологию. Ну, у тебя и носик. Ну, мы слушаем. В Третьяковской галерее есть такая картина. Называется «Опять двойка». Репина. Решетникова. Епифанов, если бы это был не урок географии, я бы тебе поставил 5. Ну так что, Носова? Простите, пожалуйста, да? Можно один вопрос? Дело в том, что вы дали на прошлом уроке нам сайт, где мы могли бы подготовиться по поводу как раз загрязнений. Даже знаешь, хорошо. Так вот, а там вся информация по поводу загрязнения, она за 2007 год. И как быть? Нам пользоваться старой информацией? Странно. Хорошо. Я на перемене посмотрю сайт. А теперь давайте перейдем к приятному. Вера Ахмаметьева сделает доклад на тему «Узловые районы Центральной России». Прошу, Вера. Я не готова. Это самое приятное, что почему? Я слышал за последний час. Я не успела. Ну, я не знаю, если ты... А почему я одна должна готовиться? Вера, что случилось? Да ничего у меня не так, случилось. Так, тишина! Если тебе необходимо, можешь выйти. Спасибо. Только ненадолго. Приумножая знания, приумножаешь скорбь. Пошли вы в жопу, иди! Что такая кислая? Ну ничего, все нормально. Такую клевую штуку придумал для твоей роли. Офигенную просто. Илюх, я не буду там участвовать. Почему? Там уж задрал меня этот детский сад. Фигню какую-то говоришь? Да блин, Илюх, мы сейчас не до этого, правда, незаменимых нет на дядь Кого. Блин, а что с тобой случилось? Все нормально. Маш, ты реально не понимаю, зачем мне эта золотая медаль? Ну как зачем? Ты же с первого класса только думаешь об учебе. Я думаю. Ну, верно, ты же стараешься как. Ну нет, слушай, ну понимаешь, вообще, чтобы поступить в институт, же ЕГЭ нужно. Ничего. Больше ничего. Зачем мне золотая медаль? А что тогда там мама тут с ума сходит твоя? Вот я не знаю, зачем она с ума сходит. А к ЕГЭ подготовиться можно. Она не понимает, что ну, как бы, ну, хочется там с друзьями там походить, где-то там погулять. Но она не понимает этого. Я хочу. Вер, ну ты хочу. Совмещай не... учебу с гулянием. Я даже вообще, вот смотри, ну, вот мне реально, я вообще ничего не себе не попробовала даже. Правда. Ну это же скучно. Вообще. Давай. Чего? Ну а что-нибудь придумаем? Давай что-нибудь придумаем. Давай забьем. Давайте будем получать золотую медаль. Я золотую медаль, я никогда не получу. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Я вас по всей школе искала. Наконец-то ты дошла до актового зала. Я вот здесь сижу. Можно с вами? Вот что-то не пошла на пинг-понг, там сейчас соревнования. Ну, я с вами хотела поговорить. Я хотела вам сказать, что я не буду в вечере участвовать. Не могу. Я правда не могу. Ну, у тебя есть какие-то объективные на это причины? Да. Ну, какие? Не могу вам сказать. Ну, это какой-то секрет или что? Оль. А вы никому не скажете? Ну, если ты так просишь, то не скажу. Случилось что-то, что ли? У меня задержка. Сколько?
две недели. Тебе сколько сейчас лет? 14? 15? 15. Ну, это нормально. В таком возрасте у тебя могут быть... Ты... Так, подожди, давай, не паникуй раньше времени. Тебе нужно купить тест. Ты знаешь это все? У тебя денежки есть? Оля, Оля, не надо делать таких выводов, пожалуйста. Ты сейчас просто себя накручиваешь. М? Я уже купила. Ну и что? Чего Верка такая странная сегодня весь день? Ничего, с подругой поссорилась в чате. В чате? С каких пор ты в чате сидишь? С тех пор, как моя лучшая подруга, завелась я пацана. Завела бы себе тоже пацана и не парилась бы. Ты думаешь, ей так просто? Да ладно, а что за подруга? Забила бы мне? Не. Ну просто у тебя когда-нибудь такое было, когда ты заводишься страничку в чате, там, придумываешь себе там все, родителей, интересы. Нафига? Нафига врать зачем? Не знаю, ну, нет. Вот. А я придумала себе. А меня раскусил. Такое состояние гадкое теперь. Ну и забей. Она ж тебе не знает, ты ее не знаешь, чего. Почему знаю? Что, с нашей школы кто-то? Нет, с двора. А. Да вообще, из-за нее поссорилась, теперь, блин, целый день вылетел, даже все забыла. Даже повторить забыла, географию вылетела. Да. И подружку с днем рождения поздравить забыла. Блин, Ирка, прости, пожалуйста. Блин, реально, просто из-за этой морды вообще все из головы вылетело. Ладно, слушай, короче, я приглашаю только тебя с класса. Больше никого не будет, придешь? Да, только после репетиции, ладно? Хорошо. Ты Леху не видел сегодня? Нет. Ну что, ты не говорила ему, что у тебя день рождения? Ну, вообще-то говорила. Ну, значит, тогда у друзей его спроси. Нафига унижаться? Сам должен прийти. Не знаю. Ладно, короче, я пойду, мне еще маме помочь надо. А ты придешь, да? Да, приду. Давай. Давай, пока. Ну, иди с ним. И забей на нее, ну, помиришься потом. У тебя же все равно выдуманная. Ну ладно. На лысо, блин. На лысо, да. Слышишь, Сай, может, мне тоже на лысо побрить? Да, и ты обстрелился. Все, да, и все, да. Нафига? Навяжем носочков. Из голос Фаликова. Чего? Володя. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Садитесь, пожалуйста. Завязываю. Спасибо большое. Завязывай. Так. Завязываю. Идите. Все, больше не шучу. Спасибо большое. Значит, у нас возникла... Слушай, не крути, пожалуйста, мне перед глазами. У нас возникла серьезная проблема. А Оля Будилова не будет участвовать в нашем представлении. Да, почему? На почему? Это у нее, по версии, есть достаточно серьезные причины, чтобы не участвовать. Что за причины, ну, Наталья Николаевна? Скажем так, ей неинтересно, Илья. Нормально. То есть, а мы горим желанием участвовать. Володь, я никого не держу, двери там. Не, ну просто мы сюда Наталья пришли, все что-то отменили. Наталья Николаевна. Я тоже сейчас пришла и потратила на это время. Наталья Николаевна, да, можно сделать так? Не ори мне на ухо. Горячий. Какая Шишко? А что ты говоришь? Наталья Николаевна, нет, почему нет? Давайте ее уговорим хотя бы. Не знаю. Так, Илья, я тебя уже один раз послушала, послушай теперь меня и ты. Нам сейчас вместе нужно в режиме ЧП выбрать новую ведущую. Давайте решим, кто это будет. Почему нет? Что-то задрал уже. Давайте, Вера. Нет, Наталья. Что нет? Давай. Нет, жирную надо на сало. Так, во-первых, давайте не будем кричать. Я вас очень прошу, потому что у меня очень сильно болит голова. Да, парень есть. Илья, вставайте. Володь, я тебе не мешаю здесь, нет? Я вам стараюсь помочь. А, че клево, смотрите. Наталья Николаевна, мы не смотримся вместе. Так, тихо. Аня, подожди. Куда? Арсен Иванович, а мне нужно... Мы же с тобой договорились. А у меня бабушка болеет третий день, неплохо. Ань. Я вчера с твоей бабушкой разговаривал, спрашивал о здоровье. Она не жаловалась. Зачем ты врешь? Я тебе враг? А можно я вам честно скажу? Скажи.
Я познакомилась с интересными людьми, мне с ними клево. Рад за тебя. К занятиям какое это имеет отношение? А потому что школа — это не клево. Химия ваша — это не клево. Не пора. Наталья Николаевна, что с вами случилось? Как что-то с репетициями, что ли? Да, все плохо. Вообще, короче, мы не успеваем. Еще ведущая подвела. А кто у вас ведущий? Ну, Оля Будилова. Давайте я с ней поговорю. Нет, вообще, вы что, Валентина Харитоновна? А что за... Не надо, у нее там серьезная причина. Что за причина-то у нее? Ну, неважно, очень серьезная. Вы ее вообще сейчас поменьше трогайте, ладно? А что за причина такая? Наталья Николаевна, ну что за причина? Что случилось? Ну скажите, пожалуйста. Это же все-таки мой класс. Ну да. Валентина Харитоновна, вы, наверное, должны все-таки это знать. Конечно. Но об этом никто не должен больше знать. Это вот должно быть между нами с вами. Это даже не должны знать ее родители. Вообще никто, только должно быть между нами. Наталья Николаевна, я думаю, потому что если вы так говорите, наверное, что это очень серьезно. Но это очень серьезно. Что случилось? Дело в том, что... В общем, кошмар. Что? Ну, Оля Будилова беременна, представляете? Господи. Будилочку мне передать. Алёша, идёт? Сиденье, пап. На П. С колонами. Давай, Наталья. Так, ребят, фужерчики сюда близко двигайте. Поближе, поближе, поближе. Ирка, она... Да, блестящая, блестящая. Все взяли канапе. А! Так, поближе фужеры, давайте сюда. Чуть-чуть. Ага. Чуть-чуть, ничего, я унесу. Ты худой. Ничего с тобой не случится. Так. Ира, Ира, давай сюда. Так, дочка именинница, а то не хватит. Рин, ты такая грустная. День рождения. Ты дочку снишь. Так, Настя, куда тебя я... На себя я уж не обойду. Держи. Так, по блату. Так, ребятушки, ну, первый скажу я. Так случилось, что нашу именинницу я знаю очень давно. Можно сказать, с самого первого дня. Нет, с пятого можно сказать. Ладно. Был я тогда совсем другим человеком. Это сейчас я уже умный, состоявшийся человек. Раньше я был... Состоялся аплодисменты. И только встреча с нашей именинницей перевернула всю мою жизнь с головы на ноги. Это всеобщей радости. За тебя! Будем! Спасибо, Пьяна! С днем рождения! О, Будила! Ты чего отказалась-то от утренника? Я не хочу в этом утреннике участвовать, я не зайчик, не клон. Да блин, да Вадя! И да ну у нас всех. А вам дали бы повеселиться, вообще физичку видели? А что, боевой раскрас, она же к празднику готовится. Какой боевой раскрас? Ты видел, как ее колбасит вообще? А давайте ее мужу тоже морду начистим. Давай. Ой, да ладно, не понтуйся, вы сопляки, ничего сделать не можете. Не хами. Не, ну серьезно, реально, что он ее... Давай, мне ее вообще нифига не жалко. Какие проблемы? Нельзя, чтобы мужики били баб. Что за фигня-то? Ты знаешь, я бы такую тоже бил бы. Слышишь, у меня он батя бьет. Ходит своей этой виляется, щурит всеми. Слушай, мне будет их оставлять сегодня. Да ладно, надо когда-то ничего начать. Да? Как, я полезна? Мир грустный какой-то. Давай свечи поставим. Ну, у нее такая, да, серьезно. Но если ты переживаешь, ну давай посидим немножко. Нет, я думаю, что она из-за своего Алексея переживает, потому что он не пришел. А бог с ним. Не пришел и не пришел. Че, нужен что-то? Нет, не нужен. Не нужен. Ира, встречай гостя. Кто там? Привет. Лёва. Тебе. Спасибо. Ну я ждала тебя, раздевайся давай. Ну и школа. В смысле, виделись, а?
причем сразу там делают. Ну, здесь мальчик, это все одно на уме. Ребята, это Леха, это Леха, это Настя, это Кирилл, ну, Верку ты знаешь, Ваньку ты знаешь, Леня, Света. Сходили к Лескову. Правда, очень приятно. Ой, даже не верится, что на сегодня это вообще все. Я зачем только этот факультатив взяла? Так откажитесь. Ну, откажитесь, уже поздно. Дети втянулись, все это доведу, этих доведу и это. Больше не буду, конечно, я этим заниматься. Сейчас на уроки возьму, денег хотя бы заработаю. А вы что, домой не собираетесь? А я ночевать буду здесь. Как ночевать здесь? Вас из дома, что ли, выгнали? Да нет, не выгнали. У нас сторож загулял. Вот, его и уволили. А вы тут при чем? А я, так сказать, мужчина одинокий, не семейный, дом меня никто не ждет. Завтра мне к третьему уроку. Здесь отосплюсь, потом пойду зубы почищу, вернусь на работу. Ну, так и дела. Вы что, на вторую ставку сторожем, что ли? Да нет, завтра уже найдут кого-нибудь. С вами, что ли, посидеть? Давайте. Знаете, я один не особо боюсь, но мне будет приятно. Давайте я за вами поухаживаю. Чай будете? Да, давайте попьем чай. Действительно, посижу с вами, а то я ведь устала уже. Сейчас я вам чайку сварганю. Вы какой чай пьете? Черный. Сладкий. Отлично. Спасибо, что вы мне родили такую дочь. Я ее никому не отдам. В общем, за меня. Спасибо. Но я сейчас не смогу еще поехать. Нет, не курю. Нет, просто у нас сегодня нужно сдать отчетность. Я, наверное, буду допоздна еще здесь. Угу. Да, кто узнает, попросили. Да нормально все. Угу. Да, да, езжай, конечно. Угу. Ну все. Да, давай. Пока. Ира, ты чё? Всё. Танцуй,
Вкусно? Очень вкусно, запечаем. Зачем ты боишься?